О переводах и переводчиках художественных текстов. Слышу умолкнувший звук божественной эллинской речи. Старца великого тень чую смущенной душой. Так поприветствовал Александр Пушкин перевод «Илиады Гомера», сделанный Николаем Гнедичем. Но тот же Пушкин спустя некоторое время в эпиграмме будет писать Крив был гнедич поэт, приложитель слепого гомера. Боком одним с образцом схож и его перевод. А Гнедича, который впервые перевел Илиаду, сохранив ее родной гигзаметр, будут обвинять в неточностях, слишком сложном языке, утрате красоты оригинала. Путь переводчика литературного произведения тернист и полон критики. Иногда мы даже не представляем себе, сколько трудностей приходится преодолеть переводчику, чтобы донести до нас текст, написанный на другом языке. Часто вся слава, вся любовь читателей достается автору, а переводчики же никто не вспоминает. Многие поколения детей читали приключения Тома Сойера и говорили о своей любви к Марку Твену. Знали ли они, что, скорее всего, полюбили перевод? сделаны Корнеем Чуковским. Классическими стали переводы шекспировских пьес, выполненные Борисом Пастернаком. Стихи Роберта Бёрнса и сонеты Шекспира до нас донес Самуил Маршак. Переводами вообще занимались многие известные писатели. Для некоторых это стало даже средством существования в нелегкие времена. А были и профессиональные переводчики, имена которых не каждый вспомнит. Например, Нора Галь, благодаря которой к нам пришел маленький принц Антуана де Сент-Экзюпери. Иногда переводчиками художественной литературы становились даже профессиональные шпионы. Например, роман Рафаэля Сабатини «Одиссея капитана Блада» до русского читателя дошел благодаря Льву Василевскому, подполковнику госбезопасности СССР. Над книгой Василевский работал вместе с Анатолием Горским, резидентом внешней разведки СССР в Лондоне и США, полковником. Понятно, почему двое разведчиков на пенсии отлично справились с переводом. Ведь они в совершенстве знали испанский и английский языки. Однако каждому переводчику художественных текстов приходится сталкиваться с трудностями. Все для того, чтобы читатели могли получить точный, интересный, красивый перевод. Есть несколько способов перевести художественное произведение. Первый способ, и самый простой, сделать предельно точный перевод текста. Такие переводы еще называются подстрочниками. Подстрочник ⁇ это перевод дословный, и он не передает мелодику и очарование художественного произведения. Даже если это касается прозы. А если это касается стихов, ведь тогда дословный перевод и вовсе бесполезен. Поэтому, когда речь заходит о художественных произведениях, делается перевод художественный. Считается, что переводчик должен прекрасно знать язык, с которого он переводит. Ведь ему придется перевести все фразеологизмы, передать тонкости и нюансы в диалогах и интонации героев, справиться с метафорами. Но все же еще лучше переводчик должен знать свой родной язык. Потому что именно при помощи этого инструмента ему придется передавать всю степень выразительности художественного текста. Посмотрим, например, на дословный перевод одной строки из сонета Шекспира номер 130. Строка переводится так. Если волосы могут быть проволокой, черная проволока растет на ее голове. Самуил Маршак превращает это в художественную строку так «И черной проволокой вьется прядь». А вот вариант Бориса Пастернака «Как проволока черный волос груб». Но насколько переводчик должен оставаться в рамках произведения, которое он доносит до читателя? Что важнее, точный перевод или красивый перевод? Переводы Самуила Маршака считаются образцом этого искусства. Они мелодичны, красивы, их очень приятно читать. Но сам Маршак о своих переводах сонетов Шекспира говорил, что они на две трети переводы, а на треть — это его собственная лирика, выражающая его как поэта. Для Маршака выразительность и красота были на первом месте, точность — на втором. Посмотрим, например, как Маршак и Чуковский перевели одной из четверостишей баллады Роберта Стивенсона «Вересковый мед». Подстрочник четверостишья звучит так. «Появился в Шотландии король, который был беспощаден к врагам. Он разбил пиктов в битве, он охотился на них, как на косуль». Корней Чуковский решил перевести эту часть так. «Но пришел король шотландский, беспощадный для врагов. Он разбил отряды пиктов, и погнал их, как козлов. Беспощадный для врагов — едва ли хорошая конструкция. К тому же получается, что король погнал отряды, как козлов. А это странное сравнение. Где это видано, чтоб король гонял каких-то козлов? Это сравнение сразу же уменьшило художественность текста. Посмотрим на перевод Маршака. «Пришел король шотландский, безжалостный к врагам. Погнал он бедных пиктов к скалистым берегам. Здесь вообще нет сравнения с косулями. Но смысл текста все равно ясен. К тому же Маршак передает еще и ритм произведения. Получается, что хороший перевод — это в любом случае сотворчество автора и переводчика. Правда, иногда переводчики увлекаются сотворчеством слишком сильно. Они прибавляют от себя фразы или художественные приемы, или наоборот убирают. Могут вставить в текст шутку или дополнительное пояснение. А иногда попросту создают не переводы, а художественные пересказы. Например, одним из первых переводчиков Алисы в стране чудес на русский язык был Владимир Набоков. И он решил, что читателю будет понятнее, если все реалии в книге станут русскими. Изменилось даже имя главной героини. Книга начала называться Аня в стране чудес. Но зато при этом Владимир Набуков решил одну из проблем переводчиков. Автор Льюис Кэрролл насытил страницы своей сказки огромным количеством отсылок к классическим произведениям западной культуры и к произведениям своих современников. В Алисе в стране чудес есть и цитаты, и пародии. И всего этого русский читатель не смог бы понять. А вот после того, как переводчик заменил отсылки автора на точно такие же отсылки к русским произведениям, все стало гораздо понятнее. Многие с детства любят истории о Винни-Пухе, благодаря замечательному пересказу Бориса Захадера. Но сам автор подчеркивал, что это именно пересказ, а не перевод. Некоторые главы в русском тексте отсутствуют. А еще Борис Захадер добавил в английский текст некоторые свои элементы, Например, название песенок Винни — шумелки, кричалки, вопилки, сопелки, пыхтелки — появляются именно в русском тексте. Переводить тексты художественных произведений бывает иногда ох как непросто. Взглянем хотя бы на проблему перевода имен и названий. Как следует перевести имя и фамилию персонажа? Так, как они звучат, или так, как они пишутся? Например, критик Виссарион Белинский в своей статье о Вальтере Скотте пишет «Как не безнравственные упреки, делаемые Вальтеру Скотту в безнравственности его созданий, но все это ничто, пред сомнением в поэтическом таланте автора «Пуритан» и «Ивангуэ». Что же это за роман у Вальтера Скотта с таким странным названием? Это один из его известнейших романов «Айвенга». Просто переводчики XIX века перевели имя героя в соответствии с написанием. Пожалуй, самой известной жертвой такого перевода стал напарник Шерлока Холмса, фамилия которого читается как Уотсон. У нас же фамилия доктора начала читаться как Ватсон, и до сих пор в русской традиции иногда читается так. Можно себе представить, как удивлялись англичане, когда смотрели советский сериал с его непременным Элементарно, Ватсон. Ну а если имя или фамилия еще и говорящие, тут автору остается одно из двух. Либо попытаться перевести, либо оставить как есть. И понадеяться на то, что читатель хоть немного понимает язык и сам услышит языковую игру. Все зависит от распространенности фамилии или имени и от тех целей, которые хочет достичь переводчик. Например, в книгах о Гарри Поттере фамилию одного из персонажей, Лонгботтом, часто переводят как «долгопупс», чтобы подчеркнуть, что у недотепы Невилла даже фамилия нелепая. Однако, если следовать такой логике, нужно переводить и фамилию Поттер, а ее прямой перевод — Гончар. Фамилия героя из «Властелина колец» Фрода Бэггинса и вовсе имеет много вариантов. Ведь Бэк — это сумка. И сам автор Джон Толкин писал, что перевод фамилии Бэггинс должен содержать в себе отсылку на котомку — сумку. Так что Бэггинс в разных переводах периодически становится Торбинсом, Сумкинсом или почему-то Бэббинсом. Произведения Толкина вообще долгие годы вызывают споры между переводчиками. Как, например, перевести название магической расы, если оно будет непонятно для русских читателей? В книгах Толкина на самом деле нет гномов. Подземные рудокопы обозначаются словом «дворфы» или «дворвы» от древнеанглийского и древнескандинавского названия мифологических карликов, искусных подземных кузнецов, создателей сокровищ. Гномы в английской и скандинавской мифологии тоже есть, но выглядят и ведут себя немного иначе но они тоже небольшого роста, связаны с подземными сокровищами, и у них есть бороды. Поэтому чаще всего переводчики обращаются к тому названию магической расы, которая уже есть в языке — гномы. Однако варианты перевода имен или неточности переводов названий и рас — это полбеды. Иногда из-за переводчиков случаются настоящие казусы. Взглянем на перевод романа Жюля Верна «Таинственный остров», эта книга переводилась много раз. Но нас интересует перевод 1942 года. Переводчиком был Михаил Салье, академик и востоковед. Посмотрим на вот этот отрывок. Это четвероногая, похожая на кабана, было длиной около двух с половиной футов. Его покрывала грубая, темно-коричневая, негустая шерсть, более светлая на брюхе. Его лапы с когтями, плотно прижатые к земле, были, по-видимому, соединены перепонкой. Герберт узнал в нем дикого кабана, одного из самых больших представителей отряда грызунов. Дикий кабан с перепонками, да еще и порвавший со свиньями и затесавшийся в отряд к грызунам? Наверное, это какая-то опечатка. Но нет. Уже в следующей сцене якобы кабан прыгает в озеро, ныряет, как заправский водолаз, и сидит под водой. «А он не утонет?» — спросил Наб. «Нет», — сказал Герберт, — «ведь на лапах у него перепонки. Это почти земноводное животное. Но будем внимательно следить за ним». Неужели это Жульвер Верн ошибся и сделал дикого кабана земноводным? Нет, это переводчик не нашелся, как перевести с французского слово «водосвинка». Их еще называют «капибарами». И вот что получилось. Да, переводить художественные тексты бывает очень непросто, и очень часто это плод дискуссий и творческих споров. Рассказывают, что однажды к Самуилу Маршаку обратился Борис Пастернак и попросил рассудить его спор со знакомым о качестве перевода одной из пьес Шекспира. Маршак, придирчивый переводчик, вооружился оригиналами и словарями и принялся за правку перевода и отыскивание ошибок. А потом позвонил пастернаку и начал объяснять, что по его мнению перевод неважного качества. И только когда пастернак прервал его фразой ⁇ Ах, вы тоже ⁇ и бросил трубку. Маршак понял, что речь шла о переводе, выполненном самим пастернаком. Неудивительно, что переводчики так ревностно относятся к своим текстам, ведь перед ними плоды кропотливого труда. Перевод иногда становится детищем автора не меньше, чем его собственное художественное произведение. Но зато читатель потом может выбирать любимый перевод или наслаждаться все новыми вариантами понравившихся ему текстов. Поэт Александр Городницкий так писал о труде переводчика. «Переводчик переводит, а за окнами темно. В слов беззвучном хороводе выбирает он одно — и, бесстрастно взяв на веру посторонних мыслей груз, соответствием размера озабочен как прокруст. Он живет, извечный пленник, неизменно кропотлив. Жизнь свою, без сожалений, в чьих-то жизнях растворив.